Очень, к сожалению, выбились из графика, поэтому я в двух словах. Это компания Deruffa, это краски, компания, с которой мы сотрудничаем давно. И вот так, тот арт-объект на заборе, на набережной, который был, это компания Deruffa предоставила нам часть краски с Белой башни. Мы с ними работаем, и сегодня мы делаем вот такой подарок парку Маяковского. Это малахитовая шкатулка Бажова. Сегодня в течение дня ее раскрашивают, и она останется в парке. Можно подойти, поучаствовать, пораскрашивать и хоть что-то, хоть немного подарить парку Маяковского. Пойдемте дальше.